В рамках празднования Дня Матери Всемирного Дня Благотворительности Бакупу имени Мифтахиддина Акмуллы представил уникальную территорию семьи и детства. Мероприятие прошло в городском дворце культуры. Организатором стал Общественный фонд развития Уфы. Мы реализовывали совместно с управлением опеки большой проект «Помощь всегда рядом», в рамках которого обучали специалистов, которые работают с молодыми матерями, открыли социальную гостиницу совместно с управлением опеки. Поэтому в этом направлении делается много, и мы продолжаем эту работу. Миссия Института семьи, мы видим, в современных условиях очень важно сегодня поддержать любую семью, и многодетную семью, и семью, которая воспитывает ребенка с УБЗ, и семью, где одна мама или один папа, для того, чтобы сориентировать, во-первых, в тех образовательных методиках, которые сегодня есть, в тех услугах, которые сегодня существуют, ну и, конечно, оказать психологическую поддержку родителям в вопросах воспитания и образования детей. В нашем университете реализуются такие формы, как интерактивная форма работы с родителями, психолого-педагогическое сопровождение родителей и индивидуальное консультирование родителей по их актуальным вопросам. Родители, а также бабушки и дедушки получили консультацию специалистов БКПУ в сфере психического и речевого развития ребенка, ознакомились с работой мобильного детского сада, получили ответы на актуальные вопросы по воспитанию детей. Я считаю, что институт семьи – это, в принципе, ячейка общества, и поэтому, учитывая нынешнее состояние экономики, социально-экономического развития страны и так далее, чем крепче будет семья, тем будет крепче страна, я так думаю. Возможно, несколько советов ребенка в том плане, что сейчас наше такое тяжелое, бурное время, много информации, то есть, возможно, как-то привить какую-то любовь именно к учебе, потому что сейчас все компьютеры, игры, Также территория оснащена творческой мастерской, где дети обучались созданию разнообразных экспонатов. Дети лучше воспринимают информацию через игры, поэтому они занимают особое место для них. А студенты БГПУ провели мастер-классы по речевому развитию. Современный дошкольник, он любознателен, активен, инициативен. И все, что интересует вокруг, ему здесь и сейчас необходим сразу ответ. Если вы затрудняетесь ему предоставить, сразу тухнет интерес. И поэтому необходимо современного ребенка заинтересовывать и постоянно искать ответы на вопросы вместе. Семья играет огромную роль в жизни каждого человека, ведь это то место, где всегда поддержат, помогут и выслушают. Невозможно представить нашу жизнь без такой сильной опоры. У меня семья состоит из четверых, соответственно, двое детей и супруг-супругой. Вот. В семейном отношении мы уже более 10 лет, поэтому для меня это очень важно и очень ценно иметь полноценную здоровую семью, именно здоровую, которая любит друг друга, любит свои отношения и любит очень сильно своих детей.